Говорят, что брюнетки умные, деловые и гораздо более серьезные, чем их светловолосые подруги, которых принято считать ветреными и легкомысленными. Но несмотря на стереотипы, блондинкой все-таки быть хорошо. На анекдоты о блондинках Ирина Цветкова не обижается. Председатель Союза журналистов иногда даже использует цвет волос для достижения своих целей. Если у меня партнер мужчина, то я сама себе говорю: «Включай блондинку». И я вижу ответную реакцию, и удается решать вопрос положительно. Надежда Колесникова с журналистами говорит почти на бегу. Она женщина деловая, рассудительная и тоже блондинка. Признается, в свое время просто боролась за то, чтобы выглядеть именно так. Мягкое, вызывающее доверие, расположение людей, потому что блондинки именно таковы. Все время хотелось снять с себя имидж такого руководителя жесткого, превратиться в такую настоящую блондинку, потому что на самом деле светлые люди вызывают больше доверия людей. Жанна Романенко звание народной артистки получила, будучи брюнеткой, а вот белокурые локоны приобрела случайно. Баллончик перекиси, упаковка краски, и ты другой человек. 2002 год или 2003 год, было очень модно милирование оно вошло. Я так этим увлеклась, сначала у меня были тоненькие полосочки, потом пошире, и потом получилось так, что у меня полоски светлые, их оказалось больше, чем темных. Я посмотрела, подумала, да уж тогда и в блондинку. И вот так я просто неожиданно превратилась в блондинку. Блондинки, брюнетки, шатенки, рыжие, как показывает опрос, у мужчин нет строгих предпочтений. Если хорошая женщина, и та, и та. У меня девушка блондинка, поэтому мне нравятся блондинки. Если она увидит, что я скажу брюнетки, она меня просто убьет. Брюнетки? Почему? Да не знаю, потому что про блондинок слишком много стереотипов. Мировая история знает множество великих блондинок. Мерлин Монро, Бриджит Бардо, Мадонна, принцесса Диана. Они подарили женщинам не только моду на светлые волосы, но и веру в собственные силы. Марианна Мирная, Алексей Золотенков, Дмитрий Тарасов. Из «События».